Вчера я был на рыбалке, поздно приехал, поэтому рыбу не чистил. Сегодня буду этим заниматься. Значит, вот сомиков несколько штучек. И вот у меня ножи для чистки их. Два ножа филейных рыбных марки Рапала. Купили китайцы эту марку. И, ну, может быть, пока что качество более-менее устраивает, хотя, наверное, финские были бы и получше. 9 дюймов. Больше они вроде не делают. Да, и такой нож еще есть, если чего-то обрубить. Так, это сомики. Вот их пока в раковину. Есть еще две рыбки. Сейчас буду доставать. Это ящик у меня для перевозки рыбы в багажнике, потому что если мешок проткнут, утечет. Так, вот один. Ну, правильно называть не карп, а сазан, потому что карпы, они более круглые и в озерах, а сазаны, они в реках. Это была река. Так, и вот еще один. Вот еще один. Такой же примерно. Вот сейчас разделаю то, что, ну, наверное, половину оставлю, может, меньше. А потом то, что будет, вакуумный прибор в морозилку на зиму отложим. Так, все, чистку саму не показываю, потому что кровавая сцена. Вот, YouTube не пропустит. Спасибо за внимание.